Так, все, едем. Ночной прохват продолжается. Ух. Макс, конечно, ушуршал сразу в тапок. А что, танковая дорога его родная. Уу, сколько пыли, а? Поднял парень. Вау, шимик идет мягенько, амортизаторы. Большие, ход подвески огромные, пружины стоят там просто сантиметров, по-моему, по 60-70. Оп. Лёнь, объезжай его, давай спросим, что? Давай, давай, объезжай. Объезжай, на. Я за вами. Поехали. Вот так вот Джимми пошел. Васик ушел прям по фарам, мы заезжаем тоже. Серьезная лужа. Так, вот тут скоро она будет перегибаться, чувствую я. А ну, попадет она? Все, поехали. Поплыли больше, да? 12 ночи, по-моему, сейчас, если не ошибаюсь. Или пол первого, наверное. Ух, как хорошо. Плывет, Джимми плывет. Я тут стою между газовым баллоном. Не, Хасик сегодня, конечно, тут летел совершенно на других скоростях, в 3 раза быстрее. Ну, Джимик едет тоже очень уверенно. На 33-х колесах. У, АКЦ. Леня, вперед. Вот так. О! Огнетушитель у меня есть, если что. Класс, класс, класс. Просто выгребает. Джимик докапывается и едет дальше. Маленький невероятный самурай. Чи, Джимик, это самурай, гоню. Гоню, блин. Всю дорогу называл тебя не той машиной. Прости, пожалуйста. А, все, здесь весь участок начинается чуть полегче. Чуть полегче, ну что-то. Ночной прохват, конечно, по танковой, это всегда хорошо, всегда прикольно. Камера, конечно, не передаст всего того, чего я ощущаю. Но лето проходит хорошо. Я его точно не пропустил. Газик крадется. Ну, газик это как security, смотрит за маленьким самураем. Смотрит, чтобы он нормально себя вел, не баловался. Прямая до следующего. Вот тут лучше держаться. Ух. Мягенько, неплохо. Мягенько, неплохо. Думал, будет жестче. Угу. Пошел. Алло, я прям
Ветки, конечно. Надо спросить, интересно, на какой он передаче едет, а то мне что-то очень интересно. Обороты постоянно на максимуме. Ух, хорошая лужа. Леня хочет ее взять по боку, но она огромная, на всю дорогу, ее не видно. Хорошее место, чтобы... Нечего даже снимать сегодня, он тут пролетел просто как... Если бы соревнования были по скорости прохождения танковой, Максим бы, я думаю, забрал тут первые места. Воу, все, начинается серьезная лужа. Сейчас будет думать, как ее объезжать. Леня... О, Леня не думает, и едет просто прямо едет Леня. Макс думает, Макс не поехал, потому что, ну реально, вот сейчас вот... Сейчас покажу. Мы плывем просто по... Просто плывем. Вот такие волны вообще на реке. Круто, Леня, круто! Это тебе не форанер, бля. Хорошо идет. Я не знаю, сейчас, может быть, подогрею их всех и поедем на вторую часть танковой. Может быть, как говорится, они не заучкуют. Очень хорошо едет самурай, мне нравится. Это... Просто сказка. Маленький, легкий, 1.3 мотор, крутит эти 33 колеса, все ему по барабану. Ай. Рука до сих пор болит от этого крюка сраного. Оп. Момент, боюсь отвлекаться, потому что тут можно так об что-то ляпнуться. Отлично. Подъезжаем к концу уже первого отрезка танковой. Не знаю, сейчас буду говорить им, давить на слабо, что ли. Брать на пацана. О. Хорошо, идем. В этой машине, кстати, нет спроса, вот колесо прям... Может на стену заезжать задним ходом. Ветки. Фух. Хорошо. Колесо не зацепили. Оп. Макс колеса мимо не пропускает никогда. Я вообще сегодня много чего о нем узнал, что он просто псих. Макс — это просто псих. Что это было? Что за звуки? Без каких-либо проблем пролетели на джимике первый участок. Сейчас посмотрим, что будет. Леня останавливается, наверное. Давай просто переехать. Ну что, поднамокло? А поднамокло? Не, ну запахи, да, там немного... Очень четко идет вообще. Ну, что скажешь? Класс. Это я... без блокировок, без ничего. Да конечно, без ничего. А есть у вас блокировки? Да, я блокировки не включал. Ну поехали, может, на втором участке включим. Ты думаешь? Да конечно, что тут ехать, еще 5 минут. Подписчики, едем дальше? Ехали.
Или как, фолловеры, как на вас правильно назвать? Поехали. Поехали, говорят ребята. Я не знаю, как блокировки включать. А они нам не понадобятся, Лёнь, ты видел, как она едет? Даха? Ох, так, грудью ударился сильно. Даха, достань телефон. Какой? Свой. Зачем? Покажи, сколько время. Ну так вот, едем. Едем. Пацаны, не очкуйте, поехали, что там? Так. Вылезу, Джимми покажу. Ой, Джимми. Самурай, да, короче, что там париться? Джимми, самурай, одна и та же байда. Я совсем песенки ляпает. Да, ляпает. Не, ну очень боевая она, конечно. Офигенно едет. Маленькая, ну, размер 2 метра. А? Ужасный? Держаться хорошо. А, конечно. А я там, блин, так ударился рукой, что... У-у-у. Да, да. Поехали, тут нечего ехать. 5 километров. Глазик есть? А если утягивать потом чем? Никто застревать не будет. Оп, залазил. А ты вот так и будешь ехать? Ну, конечно. Лёня, у меня такие кадры отсюда получаются. Ладно. Эти кадры я дарю нашим подписчикам. Поехали. Я бы на бензине бы поехал, понимаешь, в чем дело? Я боюсь, что мне его не хватит. Ничего страшного, Лёня. У нас сзади 20 литров, если что, есть. Ух. Газик суровый. Дед с усами, назову его. Все, все фонари включены, поехали. Лёнь, а включи еще боковые фонари, дай света. О, вот так у нас есть фонари с одного боку, со второго. Все, я могу теперь полностью все светить, все видеть. Ну что, второй этап, пол первого ночи, поехали. А ну-ка попробуем рыбий глаз. Ой, нет, рыбий глаз тут не работает. Вау, с лёду. С лёду уже. Класс, чуть-чуть подсохло, но все равно воды очень много стоит. Очень много. Ауч. Асик со скрипящим ремнем радиатора. Класс, класс, класс. О, замечательно едет. Лёня, я смотрю, с каждым метром все больше и больше получает уверенности от автомобиля. Начинает с ним сообладать, верить. О, пацаны, прошли мимо. Руслан с нами не поехал, его ждут серьезные дела. Эти кадры снимаю за место него. Не буду говорить раньше времени, но, по-моему, этой машине все по барабану. У нее замечательный зацеп, очень легкий вес, несмотря на то, что мы тут сидим втроем сейчас. Я даже не представляю, что будет, если нас еще двоих высадить. Она просто будет, наверное, над водой ехать, плавать. Конечно, держаться устают, такое дело. Оу. Давай, 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 подымай. Ух, как там несет.
нет, пропали фары и появились. Разрывательная пушка. Света в машине, фары впереди, фары вот здесь в боковушках с обоих, и вот сзади еще. Леня, если включит, то дискотеку можно устраивать капитальную. Классно, конечно, когда танковая дорога под рукой. Не надо никуда ехать далеко. Всегда можем проверить машину, не выезжая с базы, так сказать. Давай, 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 а ну-ка. Пропустил, посмотри. Видео начал снимать, получается, с самого начала танковой дороги нашей. Мы едем на двух машинах. Сейчас я как раз замеряю среднее время прохождения танковой дороги. Когда без там застревания, без всякого. Оп. Джейми, Джейми. Ача, ача. Классно, классно едет. Запах горячего газика. Чувствую прям сюда, как газик пахнет нагревшимся мотором. Возле бака. О, хорошее место. Леня берет правей, потому что думает. Просто пролетаем. Макс чего это сзади остановит, прям по бампер нырнул. Ну да, потом по надрельсами вернемся. А? Потом по надрельсами вернемся. Да, может, сюда включим, да и поедем обратно. Да все тут уже до рельс осталось, понты. Да. Ничего, Леня просто спрашивает, как все нормально, все. Все. Все, да, я говорю, да, все нормально. Леня в восторге, Лёнь. Ну, блин, я кайфую. Конечно, я смотрю, как ты потихоньку к ней привыкаешь. Что, едем дальше или выезжаем? Не, поехали, что там, что-то. Конечно, конечно. Какой? Еще и такие вопросы задают. Ехать дальше или нет? Не знаю. Что за странности? Самые красоты открываются вот здесь сейчас. Вот такие обрывы, скалы, каньоны, реки, водопады. Ух ты! Ух ты, ух ты! Что это такое? Было похоже на момент, что Джимми самурай хотел остановиться. Максик посмотрел траекторию и понял. Бац, фара воду ушла. Класс. Танковая ночь просто прекрасна. Отвечаю, это вам не днем. Саня на Рубиконе сказал, я лучше выкину ключи, чем поеду с вами. И уехал домой. Не захотел он пачкать Рубикона. Не знаю, может, у него возле дома мойка дорогая. Так он подумал, мыть после субботы, после оффроуда, потом еще после воскресенья, так можно и разориться. Наверное, так он подумал. О! Хорошо подпрыгнули, хорошо. О, вообще какое-то болото, блин. Как бы это снять, а? Цвет воды просто болотный. И вот мы его, давай, растаптывай. Давай, давай, давай. Класс. Это строительный мусор. Кому он мешал в квартире? Шифер, кстати, неплохой. Шифер.
Бункер, кстати, неплохой. Дерево лежит, можно уволокти. Я думаю, Джимик за собой мог еще и дерево это потянуть. Все, я прям вот этой рукой держусь, и мне передается по трубе уверенность Лени в этом автомобиле. Я уже даже ни капельки не сомневаюсь. Вау, что это было? Ого. Ничего себе, какая яма. Ух. Класс. Просто все, берет спокойно по центру. И вот такие лабуляки летят. Вот это плавание. Леня пытается выехать правее, потому что немного в ахуе. У нас уже ляпается всех. Сложную лужу мы уже проехали. Очень красиво, достойно Джимик. Даже ни на секундочку он не Джимик, блин, самурай. Надо называть, я просто, наверное, Сузуки. Хорошая колья. Надо называть ее просто Сузуки. Тогда я не буду париться, а то Джимик. Просто Джимик себе хочу. Оп. Оп. Вот еще одно болото, елки-палки. Я думал, то было последнее. А оно тут одно за одним. Он еще и дерево упало там. Сейчас его вам не видно. Сейчас появится. Класс. Класс. Ну. Сейчас покажу, Макс. Он едет, включил пониженную. И будет залетать. Сейчас покажу глубину. Оп, по фару. Дерево. Воу. Хорошо. Ой, как хорошо здесь. А мы тогда ночью с Дашей ехали. Оу. Ехали на УАЗе здесь, на БТРовских колесах, и не доехали. Заглохли. Сел аккумулятор, пришлось тут выдумывать ночью истории. Такие тоже были серьезные. Я снимал тогда на телефоне ровно, как для Инстаграма. Руслан видео забраковал мои. В эфир не пустил. А тут брызги шампанского идут. Летят во все стороны. Артемовского. Волна пошла. Все, подъезжаем уже к концу. Вижу последнюю кучу там песка насыпанную. Зайцы в шоке, наверное, думают, ну что этим джипером не спится, ну? Класс, сказка. Самурайчик — это просто сказка. Вот. Я его себе хотел. Надо, наверное, брать. Буду с Леней кататься наедине. О. Тихо, легко, непринужденно. Японский надежный автомобиль. Так, надо Леню говорить, чтобы ту кучу переезжал, потому что
Потому что несерьезно будет, если мы... Леня, давай кучу переедем, Леня! Заезжай на нее! Ух ты! А ну! О-о-о-о! Просто яд вообще! Просто огромная куча! Я не знаю, получится ли ее нога переехать. А, Макс перепрыгнул. Максим ее просто перепрыгнул, там не надо даже переезжать ему особо. Все, мы на финише. 25 минут занимает прохват по танковой дороге на нормальном автомобиле, получается. На нормальном подготовленном, без застреваний, без каких-то... Ой-ой-ой. Вот тут надо, конечно, держаться. Лёнь, тормозни, давай покурим. Я тут, устаю, что ли. О. Все, буду требовать с Руслана деньги за контент. Ух. Ну что там, Витя, нормально? Очень было? Круто, тяжело держаться, руки устали. Иду. Просто пушка боевая. Ух. Так, я тебе такую... Что, домой, нравишься домой ты мне такой. Пустишь? Нравишься ты мне такой, что я тебе хотел сказать? Нет. Передок включал. Но не блоки. Блоком класс. Не пользовался. Макс, что тут снимать? Просто вот он, монстр, одним словом. Темнота здесь тьмущая. Хотя, я тебе скажу, наверное, пора на... Как вы смотрелись? Не проехал. Лень, ты это... Я прям по каркасу держался вот так вот, за трубу. И чувствую, как твоя уверенность в этот автомобиль все сильнее и сильнее и сильнее. Я еду, и мне прям легче и легче. Не, ну там пару моментов, я просто не привык к этой машине, пару моментов таких было, что я думаю, что все, я погиб. Я, кстати, я удивляюсь, она такая ныряется, и как она вот, шоркается этим мостом и пофиг, едет. Вес решает все. Ух, классно, очень классно. Я так быстро танковую еще не проезжал. Да, я тоже еду, смотрю, вот видео, все видео 27 минут идет. Ну, это со всеми там вытекающими, с выездом, с базы. Это я ехал прямо, я тупо ехал, никуда ничего не думая. Где проехать, а где не проехать. Ну все, это новая эпоха нового автомобиля. Пацаны, я теперь к вам, я устал, у меня крепатура. Я теперь буду отдыхать, ехать. Все, поехали спокойно по Андреасами домой. Давай, Макс, ты первый, а то я дорогу не знаю. Ух, да конечно помещусь, пацаны, ты что? Все, чётенько. Алло. Взял. Давай мы еще прокатим. Оп. А, ну подождите, дайте я сейчас кое-что сделаю. Вот так вот. Кондюр, да? Да. Как вы тут ехали? Я не пойму.